В Калужской области запустили завод по выпуску санитарно-гигиенических изделий «Архбум Тисью Групп». Это дочернее предприятие Архангельского ЦБК. Таким образом, компания завершила полный цикл переработки целлюлозы собственного производства. Ведь завод под Калугой работает именно на привозном сырье от Архангельского ЦБК. Проект стоимостью 11,5 миллиардов рублей – это средства инвестора – реализовали за 2 года. Что Архангельская область получает от этого? Обеспечив себе сбыт готовой продукции, мы обеспечиваем стабильную работу предприятия, обеспечиваем стабильный приход денежных средств как для работников предприятия в виде заработной платы, так и в виде налогов в бюджеты всех уровней. Завод под Калугой будет расти в объемах. Здесь уже приступили к строительству второй очереди стоимостью 8,5 миллиардов рублей. Мощность завода возрастет до 140 тысяч тонн перерабатываемой целлюлозы в год, а численность сотрудников увеличится до 535 человек.